Мечта иметь собственное жилье осуществилась под Новый год. 40 лет Игорь Князев прослужил в вооруженных силах России. 20 из них на Черноморском флоте. Служебную квартиру дали в московских домах на Шелкунова, но оформить ее в собственность офицер не мог 17 лет. Ждал, когда будут лучшие времена. Они временно настали в 2014 году. Я вот сейчас получил в этом году квартиру в собственность. Моя семья очень благодарна всем, кто занимался этим вопросом. Игорь Князев был в числе первых военных пенсионеров, кому вручили договоры социального найма на жилье. Он же первый уже оформил квартиру в собственность. Теперь у него есть все права на жилплощадь. Почти год правительство Севастополя и сенатор Валерий Куликов работали над тем, чтобы решить вопрос с оформлением квартир военнослужащих в отставке. Вопрос, который был основной для нас, для того, чтобы вернуть офицерам, ветеранам, нашим товарищам жилье в собственность, он практически закрыт. Мы закрываем. Там осталось где-то порядка 60 квартир. Квартир немного допроверить, и это будет закрыто в начале 2019 года. То есть программа выполнена, работа проделана, совместная, большая и очень тяжелая. Но у нас еще много вопросов, которые мы не решили. Вот это и советские офицеры, которые мы тут как бы дорабатываем, это и украинские офицеры. Вот, и мы будем над этим работать дальше. Я думаю, что все получится. Нашли единственный возможный механизм. Жилье передается в собственность города, после чего оформляют договоры соцнайма. Я очень рад, честно вам говорю, потому что это мои товарищи, это мои. Мы с ними ходили в походы, что они получают, наконец, тот документ, который с ними будет уже, с их семьями на века. 220 квартир, ранее принадлежавшим правительству города Москвы, переданы на сегодняшний день Севастополю. 375 квартир уже переданы, которые ранее находились в собственности правительства Российской Федерации. 98 квартир сейчас находятся в стадии уже оформления, то есть прошли все проверочные мероприятия. 63 квартиры проходят проверочные мероприятия, подтверждения. С договором на руках можно идти приватизировать жилье. По распоряжению губернатора мы сократили все регламентные сроки для оформления документов, для регистрационных действий. У нас постоянно действующие приемные. Принимаем документы, формируем необходимые договора социального найма. И формируем необходимый документ для формирования приватизационных документов. Уже больше 150 севастопольцев, военных пенсионеров, заключили договоры социального найма. Документы принимают в управлении жилищной политики города по адресу проспект Героев Сталинграда, 64, 501 кабинет. Марина Кравцова, Илья Якушев, информационный канал Севастополя.